Понятие «фитнес» прочно вошло в наш лексикон. Все, от бабушек до маленьких детей, знают, что заниматься физкультурой – это заниматься фитнесом. Согласно данным за 2016 год, Могилевская область занимает третье место в стране по количеству людей, занимающихся фитнесом. И число желающих выглядеть здорово и здорово продолжает расти. Как это делать правильно, знает в новой студии фитнеса «Спорти». Безопасный фитнес подразумевает под собой, во-первых, правильную методику проведения занятия, да, разминка, на которую нельзя опаздывать. Основная часть – заминка. Да-да-да, вы так делаете. Разминку, если пропускаешь разминку, то получить травму очень даже легко, и не будет виноват тренер. Екатерина знает, о чем говорить. В спорте она всю жизнь, а после окончания колледжа фитнеса в Санкт-Петербурге она создала свою фитнес-студию в спорте. К подбору тренерского состава подошла очень серьезно. Тренер должен все время развиваться, новые тенденции, новое направление фитнеса. Плюс тренер по фитнесу должен знать анатомию, физиологию, биомеханику. И больше ничего не надо от него. Если он умеет выводить причинно-следственные связи, все. Да, кадры решают все, но немаловажную роль для правильного занятия фитнесом играет и помещение. Для того, чтобы правильно заниматься различными видами фитнеса, а их в спорте 24, Екатерина тщательно подошла к интерьеру и спортинвентарю. Зал 56 квадратных метров позволяет группе из 6-7 человек комфортно заниматься. Температура в зале плюс 20. Это оптимально. Во время упражнений организм не перегревается. Обязательно нужно два зеркала. Если говорить про качественный фитнес, то сбоку нужно видеть спину и колени, да? Чего это очень важно. Ну, естественно, должно быть светло. В общем, такое, как в нашей студии. График тренировок в студии тоже удобный. Первые занятия начинаются в 7 утра. А если вы предпочитаете вечерний фитнес, то фитнес-комплекс под названием «Тело и разум» вас ждет в 20:40. Идеальный возраст для занятия фитнесом? Нет такого возраста. Фитнес – это система оздоровительных мероприятий, направленная на укрепление здоровья. Самому юному посетителю фитнес-студии «Спорте» – 16, самому уважаемому – 63. Независимо от возраста, они увлеченно занимаются суставной гимнастикой, оздоровительным фитамиксом, колонетикой, бодифлексом. Есть даже специальный фитнес для беременных. Еще одна особенность студии. Здесь тренируются только девушки. Екатерина такое неравенство объяснила тем, что в смешанных группах сложнее добиться качественного результата. Прогресс должен быть медленный, постепенный. И плюс обязательно системность. Хождение на занятия один раз через месяц не приносит результата. Лучше раз каждую неделю, чем 10 дней, а потом перерыв 2 месяца. Ну а следить за новинками фитнеса можно на официальной страничке фитнес-студии «Спорте» ВКонтакте. К слову, здесь есть отличная возможность узнать о правильном фитнесе больше. Вы затеяли ремонт, но не знаете, с чего начать. Тогда вам в Палас. Здесь вы найдете все для ремонта, плюс вам помогут здесь с советом. Глаза разбегаются, много всего. Нужна помощь. Виктория, здравствуйте. Здравствуйте, Николай. Это вы удачно зашли, потому что любой ремонт начинается именно с этого отдела. Да. Здесь представлены качественные готовые штукатурки для различных видов работ. Причем в Паласе есть штукатурка как для работы внутри помещений, так и наружных. А еще в отделе можно найти штукатурки, которые устойчивы к растворам солей, водонепроницаемы, выдерживают большие нагрузки и перепады температур. В качестве сомневаться тоже не приходится. На полках бренды с мировым именем. Сколько у вас здесь позиций? Более 50 видов. Идем дальше? Идем. Мне нужна была краска для стен. Виктория, не раздумывая, дала совет. Давайте вот с этой начнем. Это Финляндия. Я думаю, лучше вы не найдете. А выбрать есть из чего. Здесь тебе и эмали, и водно-дисперсионные краски, и масляные. В общем, в магазине «Палас» можно выбрать краску для любого типа поверхностей. Вы только вообразите. В этом отделе представлено 759 позиций. Теперь дело за инструментом. Сперва мы побывали в отделе с ручным инструментом. Впечатлило. Тут есть все. Маляры, штукатуры, а также столяры и слесари точно останутся довольны. Я вам советую взять целый набор. Здесь будет абсолютно все, что вам понадобится, пригодится для покраски. Выгодно? Выгодно, конечно. Затем мы отправились к витринам и стеллажам, где представлен электроинструмент.
От такого выбора шуруповертов, дрели, углошлифовальных машин и перфораторов голова может пойти кругом. Виктория и тут помогла. Более 200 видов электроинструментов вы у нас можете найти. Рекомендуется? Рекомендую. 3 года гарантии. Фирма гарантирует качество. Спасибо. А также биты, не забывайте. Окей, едем дальше. Так. Ух ты. Николай, ау. А как же насчет крепежа к плинтусам? Да нормально, давайте. Даем. А у вас... Это у нас будет профессиональная упаковка, можно будет коробочку использовать еще не один раз. Круто. Кстати, сразу уже с этими самыми, с дюбелями. Помимо метизов, в отделе комплектующих для строительства и ремонта можно выбрать петли, дверные ручки и замки на любой вкус. И что немаловажно, по отличным ценам. Хорошо. А скоро станет еще лучше. В ближайшее время мы планируем завозить сантехнику, так что приходите, не пожалеете. Погуляв еще немного в ознакомительных целях по магазину и довольно увиденным, я отправился в кассе. Здравствуйте. Ну, что я могу сказать? Мне понравилось. Быстро, просто, удобно, профессионально. Знаете, что я вам скажу? Одним словом. Вот,